Привет, друзья! Четверг, у меня маленькая пятница, разминка у нас сегодня перед завтрашними анекдотами. Сегодня у нас парочка анекдотов про Буратино от нашего друга и подписчика Саши Руденко. Саня, дружище, спасибо. На завтра вообще шлягер, просто отвал башки будет. Смотрите сегодня «Властелин колец» обязательно, первую часть, для того, чтобы понять завтрашний рассказ. Это просто, это усаться. Ну, короче, Саня, первый анекдот твой. Приходит папа Карло домой с работы. Фигак, дома нет никого. Буратино нигде нет, ни в комнате, ни на кухне поискал. Нету и все. Начал нервничать. Вышел во двор, обыскал весь двор. Нету Буратино. Возвращается в дом и решил посмотреть на заваленке, там, где дрова хранятся для камина. Такой залез туда, смотрит Буратино там. И папу Карло охватила дикая злость. Сильнейший апперкот, и Буратино лежит на полу, приваренный дровами. И папа Карло ему: «Я тебе, долбоебу, сколько раз говорил, не дрочи ты на заваленке, и сам сгоришь, и хату спалишь, бля». Пока, ребят, всем здоровья и процветания, пока.